Я нахожусь в 16 микрорайоне, во внутренней части, ближе к окраине. Там 24-й дом. И вот тут 17-й дом. Тропа тут такая, по которой дети ходят в школу. Впереди емкости с газом, скорее всего. Тут газом пахнет, значит, газ есть. Люди пользуются газом. Сильно газом пахнет. Тополя перед домом. Тополя вымахали выше пятиэтажного здания. Значит, посажены еще в советское время. Даже коргачи выше выросли. И там наверху воронье гнездо.